Турниры были в школе и очень много. Я любил эти турниры, потому что, так как я уже занимался профессиональным футболом, а многие ребята не занимались, я знал, что у меня есть преимущество. И я помню, мы были в 5 классе, и как раз турнир был 5 класс, от 5 класса по 8, и из 9 класса по 11. И вот мы выиграли 5 класс параллельный, 6, 7, и в итоге выиграли 8. Это вообще было прям... Вы представляете, ну, мы в 5 классе, а ребята у нас там старше на 3-4 года, и мы их обыгрываем в футбол. Это было очень, конечно, классно. Когда я играл в дворовом футболе, я всегда играл в нападении. А когда по школе играл в футбол, я играл либо центрального полузащитника, либо крайнего полузащитника, который играет на атаку. Это я потом со временем перешел в линию обороны, а до этого я играл в атакующую футбол. И поэтому во дворе я всегда играл в атаке. Не, я любил на воротах стоять, если честно. Я в воротах, не знаю, мне нравилось прыгать, отбивать мячи, но папа тоже мне не разрешал. Говорит, какие ворота, иди играй в футбол, говорит, в поле, а что ты, говорит, на воротах стоишь. Но я любил даже, там, посмотрел какой-нибудь матч, помню даже, там, Торпедо Москва, Торпедо ЗИЛ, посмотрел матч, и после этого матча был дождь, я все, пофигу, дождь, не дождь, взял друга, говорю, пойдем играть в футбол, мы пошли с ним вдвоем играть в футбол, я поставил ворота, и мы били с ним пенальти по очереди, то я в своих воротах, то он, там, по 5 пенальти, как обычно в настоящем профессиональном футболе, ну, было классно очень. Первые бутсы, это были мои Кельми фирма. Мы с папой, помню, поехали на Чистые пруды, станция метро, и там был спортивный магазин какой-то. Вот, и там мы купили эти бутсы, мне они очень нравились, кожаные бутсы, черные были, с белым значком Кельми. Ну, это как раз я в них тренировался уже в спортивной школе. А на коробку приходил уже там в кедах, потому что там в шипах невозможно было играть. Первая моя футболка была, это Майкл Оуэн, когда он играл в Ливерпуле в нападении. И я в этой футболке очень любил играть. Часто ее одевал и приходил на свою коробку, играл в футбол там. Их, в принципе, было несколько, так как у меня рядом с домом есть дворец детского спорта, и там есть коробка резиновая с резиновым покрытием, но с деревянной окантовкой. Как бы бортики были деревянные. А другая коробка совершенно из асфальта, и вокруг она огорожена забором. И есть футбольное поле, но оно не расчерчено на линии, там, на границе, там, штрафная, угловой, там, аут, она просто поле травяное, но там тоже мы играли в футбол. Но самое первое из них получилось, это была с асфальтом, которая. Американка, навес, это самые такие любимые тоже игры. А еще играли на короля, там, пенальти, или кто лучше там на воротах стоит. Там брали, там, ну, сколько там, человек 5 нас соберется, там, если все уже ушли с коробки, а мы там человек 5 остались, 4, не хотим уходить, хочется еще там поиграть. Там, давай, кто лучше вратарь, там, или кто лучше пенальтист, ну, давай, и начинаем, там, поставим серию. Все, каждый бьет по 5, там, пенальти, и начинаем бить друг другу. И там уже темнеет, уже темно, но пока мы не закончим, не уйдем. Ну, за право там, кто будет играть там на этом поле или не будет, такого не было. Мы в основном играли либо на интерес, либо как в фильме, ну, они играли, кто проигрывает, тому по 5-й точке бьют мячом. Так играли. Или спорили на что-то, там, на воду, кто оплачивает. А из тех ребят, с кем я начинал играть в коробке, там 3-4 человека, я с ними точно сейчас общаюсь, поддерживаю отношения, и там один парень даже занимается футболом профессионально во второй лиге. А в целом все ребята, с которыми я играл, я их, если вижу, приезжаю домой в Москву, если я их вижу, естественно, там встретишься, привет-привет, там улыбнешься, вспомнишь какие-то моменты, пообщаешься. Ну, просто невозможно со всеми общаться, столько, ну, людей, и каждому делить время, это тяжело. Наклейки собирал, а игроков сборной, сборных там не только нашей страны, и других сборных, особенно когда чемпионат мира был. Это, я помню, у меня был такой журнал, но я вот так до конца не собрал, к сожалению. Все, наверное, ну, может, единицы кто-то собирал их до конца. Я даже не любил играть с теми, кто там младше или там слабее, я всегда играл со старшими. Ну да, это даже интереснее, потому что когда ты выигрываешь у старших, это дает тебе какое-то там ощущение силы, что ты обыгрываешь там взрослых, там у тебя, у них есть преимущество там в плане возраста, опыта, а ты там, будучи молодым, обыгрываешь их. Ну это как-то вдохновляет. А по ногам всегда попадали,
Ну, я не знаю, я так, в принципе, были, конечно, моменты, когда там кто-то специально мог ударить, там, ну, естественно, начинается небольшая какая-нибудь потасовка, там, что-нибудь ответишь, тебе ответят. Но в целом как-то так все более проходило нормально. Я никогда не обращался за помощью, я всегда сам за свои поступки отвечал. Если я понимал, что мне не нравится, как кто-то себя ведет там несправедливо, в плане футбола играет там грубо, жестко, я всегда никогда не молчал. Дома я тренировался, это было и такое, но у меня под носом буквально в метрах трех, ой, в минутах трех-двух от меня, там у меня три площадки, выбирай любую, ходи в любое время, поэтому у меня с этим проблем не было. Ну и дома, конечно, да, там, если была возможность там, что-нибудь поделать, какие-то пожонглировать, там, пообводить, там, или там, с младшим братом я любил тоже взять мячик, он отнимает, и там сам обводишь его. И такое было. Обычно приходило много народу, но если приходили там твои ребята, с кем ты обычно играешь в команде, в основном у нас там собирались там, ребята моего возраста, кто-то там много старше, младше, вот, и мы в основном всегда вместе, там у нас был вратарь, там, да, кто-то играет в защите, кто-то в нападении, ну, мы всегда понимали, там, вот мы там играем вдвоем в атаке больше, там, возвращаемся, помогаем другим, там, или не возвращаемся, ну, тоже какие-то свои тактические схемы были, да, и, говорю, у нас в основном команда была самая молодая по сравнению с другими. У меня спутница жизни, моя жена, она мне и подсказывает какие-то моменты, так как она сама профессиональная баскетболистка, и она имеет право мне подсказать, потому что она понимает, что такое спорт. В целом всегда я прислушивался себя и там советов там, тренеров и людей, которые профессионально ну, занимаются футболом, там, и родители, например. А в своих перспективах я никогда не сомневался. Были, конечно, тяжелые моменты, но там, что касается несправедливости, я понимал, что я там, я должен там быть здесь, но в силу там какой-то несправедливости я, ну это не, ну, неприятно, и, конечно, когда ты понимаешь, что ты достоин какого-то там достичь результата, а тебе просто ну, не дают достичь. То это немножко начинает сбивать с пути. Но никак нельзя останавливаться, если ты перед собой ставишь высокую цель, высокую задачу, никак нельзя останавливаться, потому что в жизни много будет препятствий, которые будут тебя сталкивать с пути. Но если ты хочешь дойти до своей цели, ты должен до нее дойти. И я понял, что я должен дойти до нее, я сделал правильно все.